Сеть уленовских государственных аптек постепенно расширяется. Новый пункт выдачи льготных лекарств заработал в рабочем поселке Теринга. Открыли его по просьбе местных жителей. Я стою на учете в сахарном диабете с 2012 года. И мне не раз приходилось из центра, из аптеки возвращаться в поликлинику. То забуду печать поставить, то подпись. А теперь эту проблему можно решить на месте. В ближайшее время в аптеке будут выдавать около 2000 рецептов в месяц. Перечень отпускаемых лекарственных средств пополнят препараты учетной группы. Это наркотические и психотропные вещества, а также препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. Аптека осуществляет отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам в рамках федеральной льготы, региональной льготы, а также и по 14 нозологиям. Участок в Теринге уже 23-й аптечный пункт Ульяновской сети государственной аптеки. До конца месяца аналогичные пункты откроются в Корсуне и Вишкайне.